Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Realme C21 увеличить шрифт. Заходим в настройки. Далее заходим в экран и яркость. Здесь нажимаем на размер шрифта. И увеличиваем или же уменьшаем. То есть делаем так, как нам больше всего нравится. После чего просто выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!